Ниндзя, знаете? Маргарита, это вообще что такое? Ты мне можешь объяснить? Можно другую шутку показать, а? Всем привет! И вы на канале Сестрички Лайф! Сегодня мы снимаем видеореакцию на наши старые фотографии. Что немножечко страшно. Давай, мама! Ну что, готовы? Посмотрите вот сюда. Там наше видео. Сейчас будет... Так, кого вы хотите, Маргариту или Ксюшу? Ксюшу. Маргарита. Нет, Ксюша. Так, ладно, хорошо, давайте Ксюшу. Ой, какая миленькая наша Ксюша. Ксюша. Ты заметь разницу между двух фотографий. Нажми на одну, такой ангелочек, а потом другую. Слышу, вот Ксюша. Такая вот Ксюша у нас. Она сначала такой ангелочек, да. А потом она у нас такой чептенок. Ребята, а вы пишите, какая фотография вам больше понравилась и какая была самая смешная. Кто будет смешнее, я или Ксюша? Помнишь эту фотографию? Не помнишь? Бабуля, ну, получается, моя бабушка, твоя прабабушка, ваша прабабушка, она приходила всегда и приносила огромную, просто огромную клубнику. Ну, она, получается, почти с вашу, вот, с вашу ладошку была. Да, посмотри на руку, какая она большая, видишь? И ты ее просто вот всю съедала. Вот все, что было в чашке, все съедала. И потом все такое лицо было красное. Почему-то я тебя не сфотографировала, когда потом тебя бабушка относила в душ. Потому что ты была вся в этой клубнике. Руки, лицо, и тебя нужно было просто под душ нести. Что-то я там вижу. Ой, не вижу. Не видела эту фотку никогда? Ты помнишь, как Ксюша в прошлом году в Испании так же положила на тебя ногу? Надо найти эту фотографию, надо найти эту фотографию и вставить ее. Вот Ксюша, она подросла, она выросла, да, повзрослела немножко, но она вот точно так же спит. У нее такая же манера спать, на всех ноги задирать. Не помните? Не помните? Ну как не помните? Мы ходили, если сейчас он так называется, это такая улица Дзержинского. Или Дзержинская, или Дзержинского, ну, в общем. И там один дяденька, один мужчина, он ходил с такой лошадкой маленькой. Это лошадка, это пони. Да, это пони лошадка. И он ходил, в общем, с этой. Мы как раз гуляли, там были вы и бабушка моя была. Это как раз вот перед отъездом, перед тем, как мы должны были уезжать в Швейцарию. И, значит, мы там гуляли, и вы увидели лошадку, и говорите: «Мама, мама, мы на лошадке ходим, давай». И, в общем, посадила вас на эту лошадку, и он прокатил вас, целый кружок такой небольшой сделал по вот этой улице. И, в общем, вам очень понравилось. Сначала Ксюша не хотела. По-моему, там у кого лицо грустное? Ксюшки. Ксюшка. Она, в общем, сначала не хотела, а потом все-таки ее посадили, и они прокатились. Следующая фотография. Похожи, да? У вас прям такие прически одинаковые, прям похожи с этими челочками, волосы, прям как близняшки. Да? Нравится вам челки? Хотите себе челку или нет? Нет. Не нравится челка? Нет. Непоняшка, кто такой. Кукаиза. Не ходите челку? Нет. Две медсестры. Вам только в больнице работать. Веселить всех. Он только в больнице работает. Вы очень любили раньше играть в доктора. И помню, вам подарили этот набор. Я не помню, у кого был день рождения. По-моему, у Маргариты был день рождения. Подарили тебе этот набор, потому что ты его очень-очень просила.
И вы вот так вот... А ты прям это, фотомодель, медсестра, прям такую позу приняла. Ну, Ксюша, как всегда, она старается во все зубы улыбнуться, чтобы все было видно. Так же, как и сейчас. Черепашку-ниндзя, знаете? Мне кажется, Маргарита, это Маргарита, кстати, если, ребята, если вы не узнали, это Маргарита. Мне кажется, она хотела стать черепашкой-ниндзя. Но у нее краски не хватило. И только на лицо хватило ей. У меня бумаги не хватило, а не краски. Нет, у тебя, ты хотела себя, из себя сделать черепашку-ниндзя? Ага. Знаешь, такой мультик черепашки-ниндзя, они зеленые такие. Вот ты хотела стать черепашкой-ниндзя, одной из них. Тебе просто краски не хватило. Я не помню, когда я рисовала, но я не помню, что я намазала мое лицо. Я, кстати, тоже не помню. Я вот тут фотографию смотрю и думаю, когда я это фотографировала, я не помню. Ну, немножко. Ну, это я. Начала, но не продолжила. Ксюше только на язык хватило. Я вот понять не могу, вот почему вам нравилось, так нравилось себя рисовать. Одна язык рисовала, другая себе лицо изрисовала. Я понять не могу, почему. А? Ты знаешь? А, Маргарита? Нет. Нет, не знаешь? Ксюша очень много раньше рисовала. Она очень любила рисовать. И она любила рисовать. Я помню, она изрисовала у нас все стены. Помните? Помните? Нет, не помню. У нас в зале, просто полоски у нас в зале. Были вот, хоть тебе говори, хоть не говори, Ксюшечка, не рисуй, нельзя рисовать. Нет, ты все равно возьмешь карандаш и пойдешь по стенам рисовать. Художник, блин. Хотя в доме столько было бумаги. Нет, тебе вот нарисуешь бумаги, пошла по стене, Мне нужно было, наверное, обклеить все мои стены бумагой, чтобы ты рисовала по стенам, но на бумаге. Я не знаю, кто этот мальчик, это был утренник. Новогодний, мы пришли на праздник, и, в общем, ты нашла, не знаю, где этого мальчика, в общем, ты его, можно так сказать, заставила сфотографироваться, он где-то смотрит, как на тебя смотрит, не понял, что такое, что я здесь делаю, ты кто такая, а что им надо, что от меня надо, в общем, и мы смотрим, она такая с ним стоит, мол, такая, фотографируйте меня, фотографируйте, ну, и, в общем, там все стали родители его тоже, и родители этого мальчика стали фотографировать. И мы стали фотографировать, в общем, ты так начала позировать в своем платьишке, в общем. И ты потом от него не отходила, прям ходила за ним. Нет, это, по-моему, в этот же день, да, в этот же день. Такая бабочка, такая а другой миленькая, да. Сзади мальчик какой-то, не знаю, откуда он взялся, леопард. В костюме леопарда или кто он там? Да, леопарда. И Ксюшечка такая стоит прям, ути-пути, стесняется. Бабочка наша. Маргарита подрабатывала Дед Морозом. Она себе бороду отрастила, а вот одеться как Дед Мороз не смогла. А бороду отрастила. Не помнишь? Тоже не помнишь? Что ты тут кушаешь? Ты посмотри, какая ты довольная. Ты на лицо-то посмотри. Ты что ты думаешь, что ты там кушаешь? Манго. Нет. Ананас. Нет. Подожди. Ты там кушаешь то, что ты сейчас просто терпеть не можешь. Я знаю, что это. Грибы. Да. Ты кушала грибы вот прям с этой банки. А сейчас Ксюша просто даже видеть их не может. Ты, наверное, видимо, тогда уже наелась до того, что ты сейчас уже просто их терпеть не можешь. Реально ты... Ты действительно сидела на столе, а тебе открыли эту банку с грибами. И ты сидела ложкой, кушала, посмотри на лицо довольное. Явно тебе нравится. Это Ксюша. Это ты? А кто же еще? Не узнаешь? Еда. Что с тобой случилось? Она что, у меня еду забрала? Нет, это так получилось, что тебя сфотографировали. Мы были на Иссык-Куле. Первый раз, когда вы поехали на Иссык-Куль. Самый первый раз. Ксюша там
года полтора, наверное, тебе года полтора. Мы поехали на Эссы-Куль, ты немножко приболела. И мы как раз были на пляже, и было так прохладненько. И я не знаю, вот ты кушала, по-моему, эти кукурузные палочки. Что-то вроде этого. И я не знаю почему, но, в общем, ты начала плакать. Ну, в общем, у тебя такое настроение было плохое, ты приболела немножко. И как раз я тебя, когда ходила сфотографировать, ты плакала. Ну, уже рот открыла, и давай плакать. Ты как клоун. Такая еще яркая. Ты до сих пор барабан любишь, да? Угу. Вот до сих пор. Что в детстве она постоянно, когда совсем маленькая была, она просила барабан. Ей купили барабан, как она барабанила целыми днями. И до сих пор даже она барабан хочет. Купи я тебе. Нет, ты прическу видела? Купи. Маша. Маша? Ребят, на кого она здесь похожа? Ну-ка пишите в комментариях, как бы вы назвали эту фотографию. Ой, удивительно, кто. Такой. Фу, я там ем. Ты одуванчик нюхаешь. Ну, почти нюхаешь, ты его не нюхаешь. Ты просто тебе сказали, Маргарита, фотографироваться, и ты так его. Ты его не кушала. Ты просто, когда ты хотела фотографироваться с каким-нибудь цветочком, ты постоянно его вот так вот к лицу. Или вот так вот к рту, или к глазу вот так вот постоянно фотографировала. Да. Это Ксюша. Что с дурцом стреляла? Я не знаю, что ты там потеряла. Но если посмотреть, что внизу лежат носки, то мне кажется, что ты доставала просто белье из машинки, но почему ты туда залезла? Ты, наверное, хотела проверить, все ли ты вытащила или нет. Может быть, там что-то прилипло к стенке. Ты решила проверить. Ну ты туда не залазила, ты просто туда голову засунула. Я в этот момент была рядом и сфотографировала момент этот. Вот, ребят, посмотрите, какая она была. Как тебя даже назвать? Пухлая. Пышечка, я не знаю. Булочка. Пышечка. Шишечка. Вот можете поверить, что она была булка. Такой? Вот посмотрите сейчас. Булка. Нет. Кто бы мог подумать, что Ксюша вот такая вот была пышечка просто. Маргарита, это вообще что такое? Ты мне можешь объяснить? Можно другую фотку показать, а? Ты мне можешь вообще объяснить, что это такое? А? Это кто вообще? Первая любовь, слышали? Первая любовь. А с кем? Вместе гуляли, играли. А у меня была подружка. У тебя была подружка, да. И, в общем, очень-очень-очень близкие друзья. А сейчас нет. Ну, далеко. Он даже сам эту фотографию не помнит. Он даже вообще себя не узнал. Он сказал, а кто это такие? Он не то, что сказал, кто это такая. Он сказал, а кто это такие? Он даже себя сам не узнал. Так что... Я прям по лицу его узнала. Ну, а он не узнал даже себя. Ладно тебя. Тебя не видно, ты стоишь спиной, а он даже себя не узнал, поэтому... Кто это? В общем, ребятки, если вам понравилось это видео, если вы хотите и увидеть еще... Видео! Или еще фотографии, или еще одно видео, да. Которое будет показывать наши видео. Если вы хотите видеть вторую часть с фотографиями, то я буду искать какие-нибудь такие смешные фотографии. Если вы хотите, чтобы девочки сняли реакцию на свои старые видео, ставьте лайки и пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях, тогда мы поймем, что вам интересна такая тема. И мы обязательно, да, обязательно снимем такие видео. Ну что, ребятки, на сегодня все. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк и пишите в комментариях, какая фотка смешнее, кто из нас смешнее. Но я думаю, что черепашка-ниндзя лучше всех. Пока-пока! Подписывайтесь еще на наш канал, если вы еще не нажали на колокольчик. Подписывайтесь на инстаграм девочек. Да, и на мой инстаграм лично тоже. Все ссылочки оставим в описании. Все, всем пока! Пока-пока! И на мюзгли! И на мюзгли! И на мюзгли, да. Thank you.